И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить Mirror's Edge Catalyst на PS4. Как вы помните, в предыдущей серии мы миновали с вами задание про стройку, ужасное, ужасное задание, очень напряженное. Сейчас мы выдвигаемся куда? Вот сюда. Именно сюда мы идем. Почему у меня метки не стоит? Непонятно. А, нет, подожди. А, хотя нет. Поговорить с пластик. Ну да. Это про этого же самого? Подожди. Нам нужно было выяснить про Икара, которая пропала. Он вот тут, получается. Да, найдите Икара. Западня. Ой, нехорошее название. Может, сперва сходим к пластику, а? Она ближе. Давайте телепортом даже, чтобы не тратить время. Просто пока мы тут. Хотя, черт, нет, это по атмосфере бьет. Мы же должны теоретически сразу кинуться на помощь. Черт тебя дери. Так, можно как-то вот сюда переместиться? Ладно, давайте разбираться с Икаром. Разберемся, найдем этого засранца, куда он там пропал. И потом уже побегаем по побочным заданиям. Не хочется слишком быстро двигаться по сюжету. Я хочу продлить удовольствие. Настолько, насколько это возможно. Конечно, я забеги вот эти все рывки, наверное, делать не буду. Прям вот все. Выполню только самое интересное. Ведь эти побочные задания от ключевых персонажей, там вроде пластика, птицелова и так далее. Да, поболтай мне там еще. Я понимаю, возвращение непростое, но ты хорошо справляешься, Фейт. Другие берут с тебя пример. Даже Икар, я думаю. Ну и хорошо, что Доган заинтересовался твоим предложением. Мы сбагрим этот чертов накопитель и уладим твой долг. Ну да, кстати, два в одном. Правда, мне кажется, это тоже обернется для нас проблемами. Потому что если там будут какие-то проблемы, Доган потом скажет: ага, ты подставила нас, тварь. А проблемы-то будут. Глупо не осознавать этого. Давай. Кто-нибудь? Да что с этой штукой такое? Да не ссы, я иду. Икар пропал с пульсом, но я беспокойно просит вас поискать его. Хотя, хоть Икар и самовлюбленный тип, но все же он бегущий, ваш товарищ. Конечно, вы поищите его и, может, даже поможете ему, если это понадобится. Ну чё, Я засранец? говорила с Икаром. Кажется, он рядом. Отлично, он жив. Рад слышать. Спасибо за новости. Отлично, новый район, я так понимаю, да? О, да, детка. О-о-о-о-о. Господи. Завидую людям, которые не боятся высоты! Чартер Хилл. Даунтаун. Новый район, да? Ну да. Похоже на то. Или мне кажется. Черт, я хочу туда. Ладно, еще побегаем. Еще успеем. Нет, здесь ничего. Пока не, мы не ушли окончательно. Ой, смотри. Оу! Не думал, что это скажу, но я очень рад тебя видеть, Фейт. Что случилось? Не спрашивай. И а чё к забору не подходи. Он не кисло так бьет. Ты уже это проверил. А то закончишь, как они. Что мне нужно сделать? Помочь мне выбраться. Выруби электричество, этого хватит. Или уйти, пусть тебя найдет Крюгер Сет. Или так. Но мой вариант мне нравится больше. Пожалуйста. Что надо сделать? Эти кабели выведут тебя к переключателю. Буду должен. Само собой. Будь здесь, пока. Смешно. Так, хорошо. Подозрительно. Это что это он туда полез? Что он хотел найти? Так. Спасибо, я не дура. Ну, не всегда, по крайней мере. Это должно было случиться. Но это просто, чтобы подкрепить мои слова. Ну, игра, спасибо тебе. Что бы я без тебя делала, господи. Ты любишь выставлять меня идиоткой? Тогда, когда это меньше всего нужно? Спасибо тебе. Почему, собственно, нет, да? Так, ну, очевидно, на трубу, но ну, что-то страшное, если честно. Что-то я хорошо вовремя остановилась. Конечно, это не сразу, но я тебя немного понимаю.
вот, будешь мне потом рассказывать. Так, подожди, как бы так спуститься, чтобы не убиться? Ничего понимаю. Ну, прыгать здесь явно плохая идея будет. Ты чего там? Из-за черного ноября, наверное. Наверное. А я, кстати, бегал пару раз для черного ноября, до того, как кнопь пошел. Как бы я узнал. Ребекка Тейн хоть и опасна, но платила хорошо. Тихо. Здесь должна быть секретка, вот просто обязана быть. Нет? Жаль. Подставу какую-то чувствую, вот. Неприятное ощущение. Так, очевидно, нам вниз, но... Минуточку. No. Тихо, не убейся только. Ух ты! Земля! Слышь, земля, реально. Мы спустились на землю! По земле-то тут пох... Нет, навряд ли. Хотя, почему нет? Подожди, а как? Прям на землю прыгать? Серьезно? Можно? По-моему, здесь высоковато. Она не допрыгнет. Зачем? Ну... Не, земля! Слушай, земля! Господи, наконец-то! Нашла. Но надо что? Как-то обойти. Спасибо тебе. Ты все равно идиот. Так, ну найти-то она нашла. Земля, ребята, земля! Господи, вот мечта идиота по земле походить в Mirror's Edge. Короче, когда захотим на землю, пойдем в этот район. Внизу большая движуха. О, тут до хрена вертушек. Летят из штаба Крюгерсек. Видать, обложили черный ноябрь. Так, ну... Опасненько. Все, готово. Будешь должен. Буду. Спасибо. Ай, не давит. Если хочешь быстро подняться, может там лифт рядом есть? Ой-ой. Есть, и он, по-моему, едет. Главное, чтобы он на меня сейчас не это самое. О, не ехай на меня, слушай. Не надо. Мне хватило лифтов в первой части. Серьезно. Ну, мы сейчас спрыгнем. Поехали. Вот, вот теперь я согласна. Вези меня. Икар. Жив-здоров. Отлично. Возвращайтесь оба сюда. Что, теперь и твоя связь лагает? Почему? Черт, Фейт! Крюгерсековцы! Они к логову шли! Ну, кто бы сомневался. Нас налет! Повторяю, нас налет! Ай! Ной, скажи что-нибудь! Да он только что сказал, что тебе еще-то надо? Крюгерсек нас глушат! Надо вернуться, Фейт! Встретимся там! Плохая идея идти туда, где засада. Черт, давай быстрее! Да уж действительно. Так, бежим. Ну, естественно, жопа начинается, все такое. Воу! Он только что сказал не возвращаться, они идут. Воу, воу, плохие звуки, очень плохие. Черт, такого от них я не ждал. Надо поторопиться. Надо. Пованивает как-то. Так. Быстрей, 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 быстрей. Что-то тут как-то непривычно тихо. Ой-ой. Блин, мертвые люди. Ной!
Ну и твою мать. Ой, не дай бог застрелили. Или ранили. Я рядом. Там еще остались вертушки. На пульсе тихо. Слишком тихо. Слишком тихо, согласна. Никого нет. Успели? Снаружи куча бойцов. Фейд. Опять это овца. И карты здесь? Вижу. Твари из Кейсек. Что делаем? Надо их остановить. За дело. На вертушку зацепиться. Мы это делали в первой части. Давай. Нет, уже не успеем. Блин, даже этих самых шасси нет. Не за что цепляться. Ну все, козлы. Нахрен. Задержать ее. На, иди в жопу. Ну давай, давай, давай. Кто это был? Твою мать! Нахрен! Пошел пень! Ну давай, иди сюда. Ну? Сволочь. Ой, двое с пушкой. Ай, твою мать. Плохо дело так-то. Ну беги сюда. Вышел. Чё, нет? Еще наверху? А, наверху. Мне их прям зашатать надо или что мне надо сделать? Ну а почему бы и нет? Я её вижу. Да что ты? Ну иди сюда. Нахрен иди. Ай, черт, сволочь. Закончим дело. Да чтоб тебе. Вот так тебе по почкам. Ой. Ж не надо так. Мне ж больно. Так, нет, не залезу. Ладно. Хорошо, кстати. Ну, как, не то, что хорошо. Удобно, что я вижу их жиськи. Я знаю, где они таким образом. Ой, наверху еще целая куча, слушай. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Нахрен! Нет, нет, не получилось. Вышел из строя. До свидания. Еще двое. Нет, больше. Нахрен. Чё-то я в раж вошла. Ай, чёрт тебя дери. Пошла вон овца. Кто в спину-то дал? А, скотина паскудная, а? Ну ничего. Полет шмеля, блин. Твою мать. Нет, нет, не смей сейчас умирать, Фейд. Ты что? Очень не вовремя, я тебе скажу, мать. Чё там? Нет, не смей. Слушай, ты жирный. Мне это не нравится. Так, ладно, сейчас чуть-чуть передохнуть. Жизик вообще нема. Так, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас поймать волну. Угу, поймала, отлично. Плохо. Вот ты-ты-ты-ты-ты-ты. Спокойно. Ну иди сюда. Иди сюда. Опасно, слушай. Ой! Два дебила. Иди в жопу. Пошел нахрен! Еще один. Нет, все. Все? Да еще. Может, мне вообще уйти отсюда надо, слушай? Да нет, вроде не показывают. Ой, блин. Крутой чувак.
прокачанный чувак. У него только треугольнички, что ли, на него? О, это босс. Ой, нехорошо. Ладно, чувак, давай на открытую местность. Мне тут неудобно с тобой общаться будет. Пошел. Ну, давай. Черт, квадратик нажала по привычке. А, больно. Сейчас, давай. Ну, давай. Я же нажала треугольник, слышь? Да что ты? Иди в жопу. Так, давай, нужно под... Во, пошел процесс, отлично. Нахрен. На. Паркур, детка. Ну, давай, давай, давай. Неприятненько, да? Вот мне тоже было не очень. Когда мне по щам... Ой, немножко... Э, а как у тебя так получилось? О, да нет! Да ну нет, вставай, Фейт. Ты чё? Не смей. В шопу иди. Приходи в себя. Спасибо. Нафиг! Красота. С первого раза. Хорошо. Надо бы с ним побеседовать. Я ничего не знаю. Что вы сделали с нашими друзьями? Нам приказано было их схватить, но... Что вы сделали? Пришлось стрелять. Они не сдавались. Особенно старик. Беги. До связи. Ой-ой-ой-ой-ой. Поражение, не заходи, и он отстанет. Главное, не попадись. Так и сказать. Я не очень понимаю, куда мне бежать. А, по старому маршруту. Нет, это не старый маршрут, это левый маршрут какой-то. Не знаю таких маршрутов. Ой, слушайте, сюжет. Сюжет, прям ничего так. Нахрен пошли. А? Внимание наземным отрядом. Дрон преследует нарушителя. Пропустите его. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Никаких, хватай бегущего. Жопу. Не стрелять, а просто идти. Ау-ау-ау-ау-ау. Дрон видит цель. Повторяю. Дрон видит цель. Дрон ушел. Она ушла. Прекратить поиск. Я знаю, куда идти. Встретимся у крана в южном даунтауне. Я все объясню. Слушайте, вот это экшончик. Слушайте, круто. Очень круто. Прям замечательно. Прям чувствуешь себя частью вот этой вот семьи бегущих, потому что, когда вот эта вот вся ситуация произошла, я прям чувствую, знаете, и внутренний какой-то такой дисбаланс, то что, ну как так-то? Это же наши чувачки. Прям здорово. И с Икаром, смотрите, сразу снюхались. Замечательно. А я хочу этим путем. Я боюсь просто лишнее движение какое-нибудь делать. Тихо. Ой, чуваки, блин. Чуваки, ребята. Нахрен, я мимо. Я так. Хотя нет, нифига. Нет, нет, мне не нравится. Мне так не нравится. Что-то вас много? Я пошла. Душу отвела и хватит. Вижу, вижу, вижу. Там сумка где-то сияла, чирикала, блин. Я прям слышала ее боль. Идите в жопу. Мне, кстати, кажется иногда, что Фейт чуть-чуть как-то медленнее начинает бежать. Я, по-моему, их согрела просто так. Не стоило этого делать. Ну ладно. Мне это нужно было.
Думаю, вы не против. Уф! Спокойно. Ничего не знаю. Вы ничего не видите? Слушай, да ладно, я уже ушла из зоны этого самого. В самом-то деле, сколько можно? Какая ты надоедливая, слушай, женщина. Не высовывайтесь. Почти, кстати, закончилось. Смотри, шкала-то идет. Обнаружено? Ты издеваешься? А, слушай, реально обнаружено. Что-то я немножко заблудилась. Что-то куда? В какую сторону-то? А, все. Слава бегу. Опять летят, слушай, а? Сколько можно-то? Отвалите. Какие потные ребята. А-а-а! Вот это сейчас было рядом. Нафиг, 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 нафиг. Обезьянка стайл, давай, вперед. Ау, ау, прям в попу. Мою драгоценную, накачанную попу. Какие потные. О! Взяли логово штурмом, другие бегущие в том числе, но и мертвы или пропали без вести. Вам нужно найти место, где сможете спрятаться. Но, по-моему, это пластик, нет? Я у крана. Отлично. Я там в кабине. Подожди, сейчас с управлением разберусь. Убит главарь банды? И карты это видишь? Вижу. Они его убили. Ты сволочи. Не верю. Ной. Нам надо исчезнуть. Я говорил с Ребеккой, она предлагает убежище. Как удачно, да? Нет. Выбирать не приходится. Нам больше идти некуда. Но и не доверял Ребекке. Ну уж спрятать-то она спрячет. Она тоже не любит Крюгера. Да не, не верю, что его убили. Но долго не задержимся. Труп не показали. Пока все не уляжется. Вышлю тебе координаты. Пока не дойдем, на связь не выходим. Для такого важного персонажа не показать тело? Не верю. Небось в плену где-нибудь сидит там. До конца игры это будет делать. Вот ведь какие повороты-то сюжетные. Хотя, конечно, как-то так все совпало. На нас сагрились, да? Сразу после того, как мы Догину передали штучку-то. А, черт. Прости. Не знаю, как-то слишком много совпадений. Ух ты. Тут у тебя так голова кружится от высоты или чё? Так, подожди. Это куда, в смысле, подняться наверх? А, вот туда, да? Сумка! Слушай, чириканье. Вот тут. Я тут не залезу же, да? Или залезу? Нет. Странно, а почему там были отпечатки ног? Как будто бы это можно было сделать. А? Там была, очевидно, желтенькая вот такая штучка, за которую можно было зацепиться край арматурины этой. Точнее, не арматурины, а пластины. Вон она. Да? Тихо, не надо. Нарушение фонетики конгломерата может привести к депортации Серой Земли. Берегите себя. Да давай уже, господи, зацепись. Не, слушай, она не цепляется. А почему там отпечатки ног-то нахрена они тогда нужны? Прям четко они говорят, лезь туда, там зацепишься. Но нет, вообще нет, вообще ни разу. Очень странно. Ну ладно. Смотрите, ну очевидно, вот четко прям отпечатки и край, вот он. Странная фигня. Что-то я не понимаю, видимо, в этой жизни. Где ж чирикает-то все-таки? Так ощущение, что вот на той стороне. Я хочу туда.
деле закрыт целый этаж. Практически никого из нас туда не пускают. Как мы и думали. Значит, над этим, чем бы оно ни было, работают три корпорации. Я очень стараюсь заслужить доверие начальника отдела. Но сомневаюсь, что скоро получу доступ. Возможно, получится тебе помочь. Я кое с кем поговорю. Работай как раньше. Все. Канализация. Люблю канализации. Локтем ударилась. Даже здесь было что-то. Показалось? Еще одна сумка чирикает. Вон она. Так, как туда забраться? Смотрите, вот эти штуки, такое ощущение, то, что их можно будет потом ломать. Да? Потому что там тоже такие висели, я не могла зацепиться. Видимо, просто способностей тупо не хватило, да, для этого всего. Ладно. Потом, значит. Главное просто запоминать, где они находятся. Так, что-нибудь тут? Слушай, какой страшный... О! Тристан, шифратор теперь работает. Они могут нас прослушивать, но место засечь не смогут. Чудесно. И как, надолго? Есть несколько минут. Шифратор предупредит, если начнут геолокацию. Новая технология. Я его заказал у той хакерши в якоре через посредника. С нами она работать не станет. Кейсек сейчас прочесывает крыши, ей лишнее внимание ни к чему. Она передумает. Кстати, насчет заняты. Всплыла информация про налет на Элизий. Кто-то вломился туда. Украли явно что-то очень ценное, судя по тому, что во всем городе шумиха. Что украли? Не знаю. Буду узнавать, и кто это сделал тоже. Я скучаю, Ребекка. До встречи. И я скучаю. Удачи, Тристан. Так, ну давай. Что-то Bloodrain вспомнилась вторая. Очень сильно. Помните уровни в канализациях? Одни из самых, кстати, атмосферных были. Показалось? Что, вот прям сюда прыгать? Ну а чё бы нет? Надо тут потом прогуляться будет, слушай. Потом. Когда за нашей жопой не будет вестись охота, вот тогда и прогуляемся. Ой, мне кажется, эти перила не очень надежные. Но меня не выдержали, это хорошо. Сколько фейт, интересно, весит? Килограмм, наверное, 48. Она маленькая. Ну, или 50. Мышцы все-таки, они тяжелые. А у нее их дофигища так-то. Ладно. Не дает. Надо было сразу так делать. Сейчас. Так, хорошо. Тихо. Ой, я побоялась тут. Я вообще бы не стала ничего делать. Начнем с этого. Ну, просто прыгать. Ой. О, ну, прекрасно. Много семерок заметили в этой игре. Прям очень. И это приятно. Так, мне туда. Нехило у вас так вход-то прикрыт в черный ноябрь. Прям абы кто не доберется. Это хорошо. Причем и свои могут погибнуть, мне кажется, по ходу дела. Это десятое вообще дело, да? Так, ладно. Мы когда дойдем, тоже, по-моему, пора. Ну и походу мы дошли. А может быть и нет. Вон люди. Наши. Отлично. Ну, не совсем наши, но... Ты что-нибудь скажешь мне? Нет. Чуваки, спасите. Теперь вас двое. Проходи. Ребекка ждет. Ага, Икара подоспела уже. Хорошо. Фейт! Сюда!
видела новость. Включить. Мне жаль, Фейт. Не надо притворяться. Нет, я серьезно. Слушай, мы с Ноем не во всем соглашались, но я уважала его и твоих родителей. Ной говорил, вы были в одной группе. Да. Детсадовской. Были. Пока я не поняла, что мирным путем от конгломерата и стоящих за ним семей не избавиться. Их нужно уничтожать. Любым оружием, какое у нас есть. Знаю, о чем ты думаешь, но нет. У меня его нет. Да. А я думаю, есть. Поэтому тебя и ищет Крюгерсек. Поэтому и Ноя убили. Полегче. Слушай, пока что я тебя укрываю, но это вовсе не за твои красивые глаза. Однажды я спрошу тебя, с нами ты или нет. Все, Ребекка, мы все поняли. Я просто хочу сказать... Защищает. Ты уже не нейтральна, Фейт. Ты пока отдохни, а со временем во всем разберешься. Тристан покажет твою комнату. Тристан. Еще поговорим. Скоро. Вовремя мы нашли аудиозапись. И карчик что-то виды, по-моему, на нас имеет. Забавненько. Подожди. Мне закончить надо. Не имеете права! Не трогай его! Эрика! Пристрели его! Кто это там в окне? Девчонка, взять ее! Это кот, как я. Мам! Фейт, я не могу дышать! Кэт! Очнись, Кэт! Надо уходить! Кэт! Это мертва! Доложи! Ищи другую! Фейт, срочно приходи ко мне. Слушайте, круто. Прям круто. Вот мне очень понравилось. Единственное, знаете, что мне кажется? Что Кэт не мертва. Помните, была в белом костюмчике была азиаточка, которая была с Крюгером? Мне кажется, это она. Вот я прям уверена. Вот на 99%. Это была бы такая Санта-Барбара. Ой, слушайте, мне прям очень понравилось. Серьезно. Очень эффектно, очень, ну, пафосно в нужных моментах. Очень драматично, опять же. И прям очень-очень что-то понравилось. Очень здорово. И вот этот вот момент с пробуждением Фейт, то, что она лежит, уже все проснулось, и вот слезы на глазах. Прям очень сильный момент. Вроде несколько секунд, а прям прочувствовал все, потому что она фактически все потеряла. Она потеряла родных в детстве, она потеряла сестру, как она думает, потому что мне все-таки кажется, что та в белом костюмчике такая-то. Ну, серьезно, мне, я вот как увидела то, что она умерла, сразу почему-то вспомнила ту тетку. И тут же Ной. Вот все вот эти ситуации с Доганом, с Крюгерами, с этими со всеми, с этими солдатами. Вот эта пафосная битва на кулаках. Она мне тоже очень понравилась. Прям чувствуешь, тебе дали, знаете, возможность отыграться. Вот убили тип того, потому что мне кажется, что он все-таки жив, хотя не факт, конечно. С Ноем так получилось. Убежище разгромили, и прям тебе дают вот эту пачку солдат, и ты прям можешь прям ху-ху-ху-ху-ху, прям... Ой, замечательно. Мне очень понравилось. Прям очень сильно. Вот прям очень сильно. Я не ожидала, что такое ощущение у меня будет вообще в этой игре. Я думала, что я буду как-то, знаете, более-менее спокойно так воспринимать. Ну да, ну ладно. Но и убили, как я и думала, в общем-то. Но тут прям, знаете, мощно так ударили по эмоциям. Это мне понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Обязательно пишите свои впечатления, как вам. И, в общем-то, большое спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. Я не знаю, как у нас там получится. Ух, смотрите, где мы находимся. Ой, сколько всего добавилось-то, боже мой.
Надо будет, конечно, пробежаться по побочным заданиям. Конечно, сейчас уже сюжет попёр. И как-то постараюсь их втыкивать так, чтобы они разбавляли именно происходящее, а не перекрывали кислород сюжету. Ну, в общем, посмотрим. Если не получится, ну, не получится. Если что, может быть, потом, после сюжета, нам дадут побегать по городу. Я очень надеюсь на это. И тогда я уже какими-нибудь бонусными сериями это все выпущу, чтобы вы посмотрели тем, кому это интересно. В общем, большое вам спасибо, ребятки. До встречи в следующей серии. Пока-пока.